Жизнь идет, контора пишет доказательную часть. Кто честней свободы дышит, кто умней идет во власть. Каждый свято исполняет предназначенную роль. Сыр с прилавков исчезает, дорожает алкоголь. И только сын султана, достойный сын султана, за бесприютный этот мир радеет неустанно. Послушай, сын султана, давай-ка по стакану. В твоем дворце, надеюсь я, оставлены места нам. Тот излишне либерален, этот полный патриот, но творец универсален, всех и этих воспоет. Он рисует отраженно, элегантно и мудро, и отсутствие Боржома, и наличие Пьеро. А вот, товарищ Путин, этого не пиши, нам сильно воду мутит. Что, впрочем, помогает нам, он муза нам по сути. Но пусть товарищ Путин хвоста ему не крутит. Статьи за тунеядство нет, но есть же по валюте. Он в бумажку ручкой тыкает, шап, а не Путин. Удивительно гораздо для одних изгум со смыком, для других экклезиаст. Пусть не пропадает тяга, пусть он пишет и поет, пусть хоть всю в стране бумагу на творение изведет. Ему ведь Джонни Леннон, Джонни Леннон, дал стартовый пинок давно, слегка под зад коленом. И этим Джонни Ленноном, изрядно вдохновленный, хранит его заветы он на области филейной.